Привет, дорогие друзья, вы на канале Катрин. Продолжаем Dying Light, 17 серия. Тут ко мне куча зомбарей на вечеринку пришли. Чё, не заходите? О, это в купальнике. Прикинь, ты такой кайфуешь, лежишь, загораешь. Оп, стал зомби. Ладно, побежали дальше. Предыдущая серия была очень грустной и довольно-таки напряженной. Бой с Тахиром был сложный. Очень сложный. У меня почему-то забрали все оружие. Хотя ко мне никто не спускался. Ой, игра чуть фризит. Мне нужно вот туда, вот очень далеко. Как туда добраться, блин, непонятно. И сам Тахир, блин, какой-то жирный получился очень сильно. О. Ну, давайте. Ага. Кто меня уже увидел? Отлично. Люди Райса. О. Можно было до той крыши как-то переместиться. Отвалите. Давай залазим сюда. Ага, тут тоже зомби. Это нам необходимо. Чё тут? Позволяет мгновенно освободиться от захвата Кусаки. Это, о, это хорошо. Вдвое уменьшает урон от падения. А вот это мне тоже надо. Оглушает врагов, которых вы перепрыгнули. Оглушение длится 5 секунд. Ударяя во время скольжения, можно ломать ноги врагам. Но я ни разу еще не скользила, кстати. Давайте пока активны. Активный навык сделаем. Полетели. Прямо эта серия полетов каких-то. Но мне надо туда вот. А как мне туда добраться? Вот, вот. С круглой крыши вот та вот вышка. Бляха, даже звука не было того, что я разбилась. Ну, я, конечно, даю. Надо было прокачивать навык падения. Куда-то я пришла, непонятно куда. Лучше, конечно, по крышам. Ой. Кому люди Райса, ну, как-то не хочется с ними связываться. Там еще здоровяк какой-то. Не-не-не-не-не. Без меня, пожалуйста. Без меня. О. Мне вот туда надо. А можно как-то, например, подняться к ним, а не спускаться? Ну, где-то ребенок плачет. Но мы-то уже знаем, что это не ребенок. Мы-то уже знаем. Бляха, я думаю, как мне поступить.
Там к вышке никак не подойти, насколько я помню. Кто-то разговаривает. Можно вот там вот по крыше пройти с правой стороны, но сначала надо спуститься. Спуститься, потом подняться. Можно вот... О! Хи-хи-хи! Ну, Крейн, пожалуйста, ну запрыгни! Ой. Ой-ой-ой. Я не понимаю, кто разговаривает. It's over when I say it's over. Сдохни уже. Какой классный навык. О! А ты как здесь оказалась? Вау! Пошла вон. Можно как-то наверх к ним? Нет. А как мне до них добраться? Можно как-то телепортироваться? А я думаю, как до них? Не-не-не, сюда вот. О, давай-давай-давай, Крейн! В окно! Бляха, мне сейчас голова закружится. Почему он в окно не залазит? Вот сюда вот. Вот. Другое дело. Перелезем вверх. А, это, наверное, с вышки говорят. Для того, чтобы не взрывали город. А здесь можно подождать до вечера, но мне не нужно ждать до вечера. Привет. А чем поменяться? Чем-то можно поменяться. Ого, великолепный лом за десятку. Чертеж мощная. Мощная подача. Добавляет эффект контузии к холодному оружию. Марлю можно взять. Бечевка тоже хорошо. Винтажная кирка. 181. 133. 240 лук. 193. Давайте кирку возьмем.
Это можно продать. Ставим винтажную кирку сюда. Ну, все остальное пока пусть будет. Дальше уже здесь. Как они сами сюда залазят? Наконец-то мы к тебе пришли, Трой. Итак, что делать? Бери усилитель, его надо установить на самой высокой точке. Так больше шансов прорваться сквозь блокировку. Okay, so let me guess. Дай-ка угадаю. Мне нужно добраться до этой радиомачты на окраине города. Самый короткий путь через канализацию. У меня будет тебя направлять по радио. Свяжись с ним, как доберешься с той стороны. Крейн, когда установишь усилитель, настрой все радио на правильную частоту. И тебя услышит весь мир. Будем надеяться. До встречи, Трой. Трой и Джейд озвучивает одна и та же женщина. Доберитесь до радиомачты через канализацию. Это мне в ту сторону. Ну чё? А сколько время? Даже не знаю, может подождать до утра. Ладно, пофиг. Была не была. Берем кирку. Выглядит серьезно. Это люди Райса? Посмотрела, называется, поинтересовалась. Надо было этот навык прокачивать. Че, опять с ней разговаривать? Нет? А время-то прошло. Не, ну как так можно? Только я так умею. Так, все, челика убили. Я тоже разбилась. А где включить электричество? Хорош. А, это тяжелое оружие. Нужно в середину зайти. Хорош. Починили. Гуд. Задвинули. Так, теперь здесь осталось, наверное, электричество включить, да? Все, готово.
Это бы еще отсюда поубирать все. Это ж камашки, жучки всякие. А я могу тут поспать? А, я еще не всех зачистила, типа. Я поняла. Минус. Хорош. А что, денежек не будет? Отлично, мне была необходима безопасная зона, потому что сейчас уже скоро будет ночь. Только где здесь можно поспать? Хрена себе, у меня тут безопасная зона. И туалет даже есть. Только не смывается. Здесь я везде была. Так, тут дверей нет. Какой-то кот. Sniffing. Фу ты, блин. English lesson. А, походу, она сама себя этот. Бедненькая. Тут еще дверь. Ну, вроде я все залутала. Можно подниматься. А здесь мне надо там генераторы какие-то включать, нет? Типа только здесь безопасная зона. Который час? О, ну мне далеко, конечно, идти. Я... До ночи не успею. Давайте мы поспим. Получается, два раза придется поспать, да? Ждать до вечера. Вечер тут во сколько начинается? 2 часа. Ага, в 9. Ждать до утра. Мне бы как-то по крыше пройтись. Вот если бежать от монстров. Ага. Сразу повыбегали. О! Move it, boys! Move it! Hey, you! А где? А, вот так! I'm not done with you! Но это было тупо. Ладно, надо было дострелять и потом подниматься. Сука, навыки потратила, человека не спасла. Так глупо умерла. Пули потратила. Ой, помылись заодно. Ой-ой-ой, тут злобно так рычит. Вот так вот здесь осторожненько. Не повторяем прошлых ошибок.
Гуд. Гуд. Ого, их тут. Блин, берем мышку. Надо прямо в голову. А, все, я-то этот. Потратила патроны. Тут есть еще? Блин, ну печально, конечно. Ладно, если бы у меня были патроны, я бы с ними разобралась. Итак, в предыдущий раз вы видели, чем это закончилось. Офигеть! Это да, конечно. А, мне куда-то вниз? А, сука! Нита такая сдохни! Падла! Всех зомбарей сюда привел! Нет, пожалуйста! Хорош. Бляха, откуда вы тут все берётесь? Разобраться, иначе они за мной... Все за мной пойдут. Чё они такие жирные? Чё, охренел? Тебя еще не хватало. Ты кто вообще такой? Можно от меня отвалить, пожалуйста? Куда тут дальше идти? Отвали! Там двое. Sorry. My family needs those suppressants. У меня ничего нет. I am sorry. I really have no choice. Хорошо. С одним разобрались. Второй. Второй внизу или это он и был? Рабочий топорик. Мне сюда надо было, да? А, я от страху не увидела. Куда мне бежать, что делать?
Ну, отлично. Чё у нас тут? О! Тут закрыто. Я застряла. Пока. Так можно, да? Ладно. Все, не отвлекаемся. Идем дальше. Хорошо, хоть там получилось дверь закрыть. Нужно убедиться, что сигнал усилится и пробьется сквозь блокировку радиосвязи. Надеюсь, это получится. Если установить все летели на самой высокой радиомачте в Харане, умник говорит безопасный путь через канализацию. Я могу сделать свое любимое оружие. Ага, я могу сделать аптечки. На всякий случай. Это мы сделаем. Отлично. Сюрикены. Нет, давайте осколочные гранаты. Сюрикены. Вместо винтовки. Вот, другое дело. Тут как будто газ какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо взломать. Тогда вот так. Отлично. И это надо взламывать. Ну, надеюсь, тут будет какой-то годный лут. Блин. Надо было поосторожнее. Простой серп. Ну, если что, можно разобрать. Цигарки. Нет, значит, с этой стороны. Нет. Бляха. Капец, тут миллиметражик. Бита для крикета. Так. Аптека. Зашли мы отсюда. Хорошо, идем прямо. Тут закрыто. Дети плачут. Я так понимаю,
Это был тот человек, который должен был нам помочь? Там, который лежал. Fuck it. Is that a kid? No way. Да, я тоже это не хочу. А чё я умерла? Я поняла. I didn't shut up fast enough, shit. А можно его как-то сначала усмирить ребенка? А, я его типа убила, мне это засчиталось, да? Но зомби пришли. А, ну давайте ко мне залазим. Давай, давай, теперь ты. Следующий. Следующий. Вау! Не заметила. А сколько тут этих бегунов? Просто идеальное место. Давай, ты следующий. Крошим головы! Зомби-крошитель! Ой! Умер. А откуда ты взялся? А, они отсюда идут? Это бесконечно будет? Я уже со счета сбилась, сколько я их убила. Бляха, мне надо было только слезть, и меня сразу прикончили. Я пока что не поняла, куда бежать. Наверное, тут нужно на время, потому что они все лезут и лезут. Их бескрайнее число. А, и оружие еще. Ладно, давайте мы на этом закончим. И продолжим уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. Если вы находитесь в описании, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.